Россия погружается в средневековье намного быстрее, чем предполагалось. Этот стремительный процесс весь мир мог наблюдать на днях, когда в аэропорту Дагестана протестующие устроили антиеврейский погром. В Российской Федерации, нашей с вами родине, значит, кое-кто захватил аэропорт. Ребята, вы вообще осознаете? Ну, как бы, проблемку. Преуменьшить масштаб этого события и спихнуть вину на других пыталась российская пропаганда. Реакцию говорящих кремлевских ртов на погром в аэропорту Махачкалы разбираем в новом выпуске программы «Давайте проверим». Я Олег Борисов. Поехали. Все последние недели российское телевидение очень интенсивно освещает конфликт Хамаса и Израиля. Причем не очень-то и объективно. Кремлевское телевидение склоняется на сторону палестинских боевиков, к чему и подталкивает своих зрителей. При этом труженики телестудий не упускают шанса пообсуждать и поосуждать еврейские погромы, которые якобы случаются в Европе. В Германии после начала палестино-израильского конфликта проводят многочисленные манифестации в поддержку Палестины. Некоторые из них перерастают в массовые беспорядки. В Берлине местная община жалуется СМИ и полиции, что им портят стены и шлют угрозы. Людям страшно ездить в такси и ходить в магазины. И это какой-то сюр. В Германии снова началась охота за евреями. Но это все может вылиться и в еврейские погромы, что очевидно. Особенно в Европе нацистской, мать их, за ногу! С присущим пропагандистам издевательским смешком даже стали приглашать евреев из Европы переезжать в Россию, дружелюбную страну с добрым населением. По версии российских телеканалов, конечно. Евреям, которые сталкиваются с антисемитизмом в Европе, Путин предложил перебираться в Россию. Любые опросы, западные ли, наши ли, показывают, что у нас самая терпимая, конечно, и толерантная страна. Более того, если следовать статистике, евреям в России безопаснее быть, чем в Израиле. Но реальность совсем другая. Россия ведет захватническую войну против Украины, причем с декларируемой целью – уничтожение мифических нацистов. И вот тебе на. У самих под носом случился еврейский погром. В связи со вчерашними беспорядками в районе аэропорта Махачкалы глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела. Должны быть установлены все участники и главные организаторы, а их действиям будет дана всесторонняя правовая оценка. В международном аэропорту Дагестана местные жители, вдохновленные кремлевской любовью к Хамасу, устроили антиеврейскую акцию. В ходе поисков израильтян разгромили посадочный терминал и даже выбежали на взлетную полосу встречать прибывший самолет из Тель-Авива, в котором якобы были граждане Израиля. Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъяренная толпа. Я, честно говоря, думал, что в нашей стране я не доживу до проявления какого-то... И, к счастью, это очень фрагментарно, и быстро с этим разобрались, и за границей шло. Но бегать по гостиницам, как произошло в одной из республик Кавказа, и искать евреев, хотя и с надписью «Израильтян здесь никого нет», и выселить – это не мы. Евреев даже в двигателе самолета не нашли. Кстати, это фото стало всемирным мемом. Даже глава Дагестана это подтвердил. И тут заглядывают, да, и смотрят, есть там евреи или нет. Ну над нами же весь мир смеется сегодня. Хотя пишут, что несколько человек с израильским паспортом там все же были. Но в основном в Махачкалу прилетели дети из Дагестана и Чечни, которые проходили лечение за границей. А где же полиция, спросите вы? А она не вмешивалась. Успокоить толпу получилось только с помощью силовиков и к полуночи. В воскресенье пропагандисты не стали беспокоить телезрителей такими новостями. Ну а что, выходной день ведь? Методички ждали аж до обеда понедельника. Главная задача ящика была преуменьшить масштабы случившегося. Этим мужикам, которые сегодня громили аэропорт, должно быть стыдно. Потому что они берут и этим перекрывают величайшую доблестную историю дагестанского народа. Вы кому нанесли вред?
своими действиями. Израильской армии, руководству Соединенных Штатов Америки. Нет. Своими действиями вы нанесли вред своей собственной стране. Ребята, это что такое? Мы живем в правовом государстве, где никакие проявления ксенофобии недопустимы. У меня тоже есть масса претензий к руководству государства Израиль. И что? Я теперь должна плевать во всех евреев, которых я знаю. Самих погромщиков стали стыдить. Мол, ай-яй-яй, такое делать, будто родители ругают ребенка за то, что тот легонько провинился. Соловьев пошел дальше и стал косить под дагестанца, меняя свой акцент на кавказский. Что говорит о евреях пророк Мухаммед, да будет благословен его имя во веки веков? Как называют евреев? Люди книги. Как полагается к ним относить? Как полагается относить к людям, которые живут рядом с ним? Спросите каждого мусульманина, он знает. Эти не знают. Эти люди не знают священного Корана. Экстренно, спустя сутки, по поводу погромов в аэропорту Махачкалы обратился Путин. Он обвинил во всем, никогда не поверите, бандеровцев. Ну а кто ж еще? События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины. По беспорядкам в аэропорту Махачкалы оперировали с территории Украины. Здесь налицо просто технология западная, много раз испытанная в различных странах, когда создаются сайты, причем создаются спецслужбами Соединенных Штатов Америки, Украины. Ну а на самом деле протесты были организованы несколькими местными интернет-сообществами. Да и антисемитизм взращивался самой же российской пропагандой. Оказывается, если разжигать ненависть к Израилю, то зритель возненавидит и евреев. Нелюбовь к Израилю вдруг неожиданно превратилась в нелюбовь к евреям. Там они не кричат «израильтяне» в толпе, они кричат «евреи». Понимаешь, ну кто-то же им вкинул эту мысль. Ну и по классике всем провинившимся предложили искупить свою вину, отправившись на фронт. Можно себя проявить добровольно в зоне СВО. Обращение дагестанских бойцов, участников специальной военной операции, которые прямо сейчас сражаются за наш общий суверенитет и свободу. Они, разумеется, понимают, где именно искать настоящего врага, и призывают своих братьев на Кавказе не заниматься ерундой, а лучше приехать и помочь туда, где воюет настоящее всенародное войско. Правильно, ведь разбойники, террористы и бандиты нужны именно там. Их очень не хватает, судя по тому, как обстоят дела. Часть российских подразделений на днях были отведены от Работина в связи с утратой боеспособности. Атаки на Авдеевку тоже пробуксовывают. За все время активизации боев на этом направлении, а это менее месяца, Россия потеряла более 200 единиц бронированной техники. Вооруженные силы Российской Федерации несут колоссальные потери. На этом все. С вас лайк, подписка, комментарий. Ну а с меня новый выпуск программы «Давайте проверим». Пока.